Друзья, всем привет! Показываю сегодня вам дом, который произвел на меня очень неизгладимые впечатления. Посмотрите вот на этот дом. Этот дом уже заселен, построен, доделан. Люди уже год в нем проводят замечательно лето, приезжают их родители и так далее. Там вот сделан бассейн еще, покажу вам чуть-чуть выше. Я вам предлагаю к приобретению вот этот точно такой же дом, который ждет своих хозяин. И скажу вам, что он гораздо лучше, чем вот этот дом. Объясню почему. Во-первых, тут можно сделать то, что вы хотите, с дизайном территории, с домом, с планировкой внутри. Мы сейчас несколько планировок вам предложим, уже готовые, работает дизайнер. В чем же прелесть его, этого дома? По сравнению с предыдущим, здесь больше участок на 2 сотки, тут участок 5 соток, а там участок, поверьте, всего 3 сотки, и это классно, когда есть 5 соток, тем более за по очень хорошей цене. Значит, что здесь в этом доме очень хорошо? Как я всегда говорю, строили его наши братья, сибиряки, то есть подход соответствующий. Тут посмотрите, тут одна вот эта вот дренажная система по уводу воды. Посмотрите, насколько она классно сделана. Вот. Вас будет немножко слепить так же, как и меня, вид на море, потому что солнце сегодня прямо кочегарит. Несмотря на то, что у нас зима, через неделю Новый год, я в пиджаке, мне жарко, потому что очень тепло. Солнышко светит, и дом тоже очень теплый. Вот, на первом этаже, сейчас я зайду покажу, вот этот мусор мы сейчас уберем, так что будет тут классно. Вот, дом покрыт белым дагестанским камнем. Сочи очень любит такой материал, потому что он дает прохладу летом, что очень важно. Потому что, как я говорю, вот даже зимой у нас, видите, какая ситуация, очень-очень тепло. Вот на первом этаже панорамный вид на море за счет того, что очень много света. Я вам продолжение видео. Смотрите, друзья, почему-то наши сочинские застройщики очень не любят хорошие красивые панорамные окна. Я считаю, что это глупость, и ну, невозможно вот с таким видом делать маленькие окна-бойницы. Ну кто вот их придумал? Ну вот реально, особенно наши национальные застройщики очень любят маленькие почему-то окна. Может быть, это связано с тем, что они боятся перегреться или не боятся охлаждать помещение. Но мы, люди, которые приехали из регионов, мы хотим наслаждаться видом каждый день. Мы хотим видеть море, мы хотим видеть простор, мы хотим вот это чувствовать на себе, вот это солнце, в том числе и зимой. Поэтому тут классные окна сделаны. И тут я понимаю, вот здесь вот можно сделать обалденную кухню, и ваша жена вас просто будет любить до конца ваших дней, потому что тут очень крутое место. Очень много света, чего хотят женщины. Они не хотят слепнуть на этих маленьких мизерных кухнях, которые предлагают часто в Сочи. Давайте поднимусь на второй этаж. Тоже, естественно, тут прямоугольная планировка. Очень легко можно сделать 2 или 3 спальни. Вот здесь вот, соответственно, место под большой санузел. И давайте выйдем на балкон, покажу вам, соответственно, окрестности еще раз с высоты. Обратите внимание, да, вот точно такой же брат-близнец, вот такой вот участочек, плитка, очень все красиво, все классно сделано. Ну, люди реально с Урала приезжают, из Магнитогорска отдыхают, радуются жизни. Вот, вы можете то же самое, просто надо купить вот этот дом, и будет вам, друзья, счастье. Соседи миленькие, домики аккуратненькие, все хорошо, все красиво, дорога бетонная, коммуникации центральные, газ, электричество, вода, все есть. До центра Адлера 15 минут на автомобиле, не торопясь, ходит школьный автобус, возит детишек в школу. То есть тут можно жить и на постоянной основе. Место хорошее, место достойное. Поэтому звоните, пишите, ставьте лайки. Этот дом ждет вас, он хороший. Сделано все на совесть, все аккуратно. Опять же, если вы переживаете за то, что
покупать дом в такой отделке. У нас есть бригада, которая всю ту красоту, которая есть, то величие, которое реализовано в соседнем доме, оно сделает и для вас вот в этом доме. Вы просто скажете: мы хотим то-то, то-то, то-то. Есть у нас дизайнер, который ваши хотелки, ваши пожелания доведет до финала. Так что жду вас, звоните, звоните, друзья. Очень достойный дом, серьезно. Я много домов продал, продам еще больше. Очень тут хорошо. Все, пока-пока, всем хорошего дня.